My lovelies, мираба, всем привет и добро пожаловать на мой канал, мое новое видео. В этот раз оно будет на русском языке. Хотела рассказать вам, почему же я начала снимать влоги частично на английском языке, особенно в последнее время. Все дело в том, что с тех пор, как я училась в школе, английский язык я больше нигде не использовала, не практиковала, не изучала, и, соответственно, я его подзабыла, мягко говоря. Сейчас мне стал необходим английский язык, мне нужно его учить, практиковать, тем более скоро у меня будет экзамен по английскому языку, и я решила попробовать снимать влоги на английском. Также дети здесь, в Турции, ходят в британскую школу, у них все обучение полностью на английском языке, турецкий язык идет допом, и, соответственно, классный руководитель попросила меня разговаривать с детьми на английском языке, в том числе дома, чтобы они быстрее осваивались, чтобы они быстрее его выучили. Также мы делаем домашнюю работу на английском языке. Ну, в общем, он мне сейчас необходим. И я подумала, что мой влог – это тоже прекрасный способ улучшить мой разговорный английский. До совершенства, конечно, очень еще далеко. Я буду работать над этим. Этот влог я буду снимать на русском языке, потому что сейчас в школе здесь у нас каникулы зимние, и мы наконец-то едем отдыхать. Нашла здесь неподалеку шикарный 5-звездочный отель. Поэтому в этом видео мы с вами отправляемся отдыхать на ультра all-inclusive. Хорошую турецкую пятерку. И так как отдых в Турции, конечно же, больше актуален для наших, я решила все-таки на русском языке начать этот влог. Видео будет очень длинное, потому что мы едем отдыхать аж на неделю. Отдых по-настоящему долгожданный, потому что здесь не отмечают никак вообще ни Рождество, ни Новый год. Не было никаких выходных. И вот сейчас начались зимние каникулы, и, конечно же, мы решили сменить обстановочку и поехать куда-нибудь, только недалеко. Новый год мы отметили очень скромно, по-домашнему, ссылочку на видео обязательно оставлю. Обычно я предпочитаю активный экскурсионный отдых, но так как я здесь уже почти скоро год работаю на удаленке, особо никуда мы не ходим, я безвылазно нахожусь в квартире, или хожу в ближайшее кафе с ноутбуком, с жесткими дисками, чтобы немного сменить обстановочку. Далеко я уйти не могу, потому что нужно в 4:30 встречать детей со школы, и я всегда боюсь опоздать, а если я опоздаю, детей со школы встречать больше некому. Поэтому захотелось впервые в жизни за очень долгое время по-настоящему ленивого отдыха. Мы будем купаться в подогреваемом бассейне, отсыпаться, кушать, пробовать различные блюда, напитки на ультра all-inclusive. Раньше я всегда была противником такого отдыха, потому что я думала, что это как-то скучно находиться на одной замкнутой территории с одними и теми же людьми, с определенным там набором развлечений. Всегда меня тянуло куда-то поехать, движуха нужна была какая-то. Но после безвылазной работы, сидя в квартире, конечно, я захотела совершенно другой тип отдыха. Ну и плюс ко всему, когда у вас вообще, в принципе, появляются дети, они подрастают, отдых уже приобретает немного другой характер. Для детей также они обещают какую-то детскую программу, там будет анимация, курсы, детская дискотека каждый вечер. В общем, я надеюсь, отдохнем как следует. Смена обстановки еще никому не навредила. Ну что, приступим. Мне нужно собирать чемоданы. Едем мы на неделю, как я сказала, так что вещей надо взять побольше. Заодно, пока собираю чемодан, покажу вам свои покупки за прошедшую неделю. Не все, к сожалению, успела заснять и показать вам сразу после шопинга. Конечно, все это я возьму с собой. Ну, насчет теплых вещей я, конечно, подумаю, потому что нам обещают потепление. Сейчас плюс 13, обещают, что будет плюс 19. И, соответственно, в плюс 19 вот в этих курточках, в пуховике или в дубленке будет уже очень жарко. Если останется время, я постараюсь еще заснять образы. Потому что если даже здесь я их носить не буду, возможно,
вам они пригодятся. Впереди в России весна, и как раз вот это все будет там актуально. Все это сейчас продается, и можно еще успеть заказать. Всего у нас будет 4 чемодана. Изначально я хотела 2 больших взять. Дети хотят взять свои 2 маленьких чемодана детские, потому что они любят их возить по аэропорту. Решила разделить все. У них будет 2 маленьких, у нас будет 2 больших своих. Ну, надеюсь, хватит мне этого чемодана. И все вот это туда поместится. И не только это. Здесь, кстати, у меня лежит посылочка. Сегодня утром курьер из Эссос привез. Если останется время, распакую, обязательно покажу. Это мои новые кроссовки долгожданные. Они очень-очень крутые. Я 2 месяца, наверное, за ними гонялась. Ну как гонялась? Ждала уведомления на почту, когда они снова поступят в продажу. И совершенно случайно достался мне мой размер. Это очень редкая модель, очень известной марки. Давайте, если время останется, я чуть позже их распакую, покажу. Там еще покупки, которые я уже открыла, проверила. Это меня подруги попросили для них кое-что купить, в Россию отправить. Вообще, когда собираюсь куда-то ехать, я всегда делаю списки. Заранее все откладываю, это очень удобно и, конечно, сокращает время сборов. Детские чемоданы сначала собираю, потом свое. Ну, здесь я уже кое-что отложила, что обязательно с собой возьму. Давайте я вам покажу. Так, кстати, хотела с вами поделиться своей находкой. Молочко для тела Ив Роше, ваниль бурбон. Я всегда как-то проходила мимо этого магазина, как-то скептически относилась. 100 лет назад что-то было у меня, по-моему, маска для лица от этой марки. И мне нужен был крем для тела, но такой легкий, не липкий, с невесомой консистенцией. Решила по отзывам в интернете вот этот заказать, потому что у нас рядом есть магазин. Знаете что? Он просто очень-очень крутой. Он именно такой, какой я и хотела. Очень хорошо увлажняет. Ни липкий, ни жирный. На одежде не остается. И именно летом, когда здесь изнуряющая жара, очень он пригодится. И такой тонкий, приятный аромат ванили. Стоит недорого. Очень советую это молочко для тела. В предыдущем видео я рассказывала, что я сделала милирование. Я ни разу не рассказывала о том, что перед вылетом в Турцию одна горе-парикмахерша сожгла мне, просто выжгла напрочь все волосы. Они у меня безнадежно были испорчены. Сыпались просто жутко именно вот эти белые кончики крашеные. И, в общем, я их отращиваю, но перехожу на легкое милирование. Делали мне раньше AirTouch, делать я его больше никогда в жизни не буду и вам не советую. Потому что, во-первых, это некрасиво. Во-вторых, это портит волосы намного сильнее, чем какой-нибудь балаяж, милирование и так далее. В предыдущем видео я рассказала, как я ухаживаю за обесцвеченными волосами, за блондом. У меня сейчас здесь, в Турции, очень хороший парикмахер. Ее просто чудом здесь нашла. Мне посоветовали контакты. И она мне посоветовала уход, чтобы беречь именно кончики. Потому что если они сыпятся, волосы не отрастают. Хотела показать то, что курьер только недавно принес посылку. Я заказала пробник сначала. Потому что она говорит, попробуй пробник. Заказать вдруг, допустим, не понравится или к вашей структуре это волос не подойдет. Заказала пробник и знаете что, девочки, я, конечно же, буду заказывать полную банку, потому что это просто нереальная бомба для ваших обесцвеченных волос. Это настоящее спасение. Волосы после него такие тяжеленькие, блестящие, шелковистые. Без него это как, не знаю, какая-то мочалка, которую невозможно расчесать. Еще хотела показать. Обязательно с собой возьму эти румяна, пудру свою любимую. И эти тени от Lancôme. Никогда я без них никуда не уезжаю. Они у меня уже были, закончились. Еще я взяла 1 палетку. Настолько понравилось качество. Здесь стою, рассказываю. Хотела еще с вами поделиться еще одной находкой. Турецкий бренд парфюма Magna Aroma.
На удивление просто обалденные духи. Была в небольшом объеме на пробу, и тоже они очень сильно понравились. И продается у них объем побольше. У меня, по-моему, аромат Касабланка. И вы знаете, что он очень-очень-очень похож на Баккарат Руж. У меня есть Баккарат Руж в Москве остались. Но такой более тонкий аромат. Если Баккарат Руж, я считаю, подходит больше на вечер, либо совсем эксцентричным каким-то особым на дневное время, то этот парфюм подходит именно на дневное время. Такая дневная версия Баккарат Руж. Тоже очень советую вам к ним присмотреться. Если будете в Турции, закажите себе. У них есть интернет-магазин с доставкой. Ну, также есть бутики, где все это можно попробовать, понюхать и так далее. Так, что еще у меня здесь? Я, наверное, не повезу с собой большие банки. Парфюм из Москвы я еще привозила. Всегда в путешествие беру с собой небольшой объем. И мне нравятся вот эти штучки. У Рандеву я заказываю набор пробников. Это прекрасный способ попробовать как следует прочувствовать аромат, нанести на себя в течение дня, походить, понять, нравится вам, не нравится, подходит, не подходит. Ну и ароматы, которые мне нравятся, я, естественно, беру с собой в путешествие. Так, что еще я вам забыла показать из покупок? У меня тут недавно приключился неприятный случай. Я недавно постирала две кофты. Неправильно добавили туда стиральный порошок. Режим не тот выбрала. Ну, в общем, одна кофта села, другая покрасилась. И пришлось их выбросить. Одна из них была просто обалденная. Вот эта, в которой я фоткалась, по-моему, в сентябре с моими любимыми шортами. Очень много образов можно было сделать с ней. Но, к сожалению, теперь ее уже нету. Вместо нее я заказала похожую кофту BHM, такой же расцветки, только с воротником. Не знаю, та, конечно, была, наверное, получше фирмы Sale. Она была из хлопка, это из вискозы. Ну, тоже неплохая. Такая своеобразная, она немного другая, каждая по-своему хороша. Достала, чтобы показать вам, какая у нее ткань. В принципе, она абсолютно такая же, только более мелкой вязки. Такие же разрезы у нее по бокам. И высокий воротник. Давайте покажу, что же купила я на прошлой неделе во время шопинга, потому что сразу я не успела заснять, смонтировать, выложить. У меня там, кстати, еще 3 видео лежат не смонтированных, но я обязательно их доделаю, хоть с опозданием, надо доделать. Так, итак, здесь что у нас? Молочного цвета, обалденного цвета молочного, пуховик. Нашла его в Бершка. Это все очень недорого стоит, он очень красивый. Ткань хочу показать, самое главное. Она такая матовая, немножечко совсем сжатая. Очень красивый, удобный пуховик, легкий, теплый, для местной погоды то, что надо. Ну, в России, я думаю, можно его будет носить весной, осенью. Еще одно пальто в одном из предыдущих видео с распаковкой коричневых Ук Тасман я его показывала. Это пальто Zara из натуральной шерсти. Оно нереально красивое. Напоминает фасон пальто фирмы Totem, только по более доступной цене. Посмотрите, здесь такой шарфик еще есть, чтобы если ветер дует, вот так на шею накинуть. Сзади капюшон удобный, обалденный. Очень нравится мне это пальто. Обязательно сделаю с ним еще образы. У меня очень много идей, но, к сожалению, не всегда успеваю заснять, когда куда-то идем. С детками спешим всегда. Так, здесь у меня находка века. Это искусственная дубленка от фирмы Манго. Но, хоть она и искусственная, посмотрите на ощупь. Визуально она вообще как настоящая. Обошлась недорого. Фасон такой, какой я хотела.
Сзади покажу. Длина самой дубленки, длина рукавов идеально просто подошли. И это именно то, что я искала. Чуть позже тоже образ не сделаю. Джинсы, по-моему, Pull and Bear. Сейчас посмотрю. Да, это джинсы Pull and Bear. Обалденного темно-синего цвета. Фасон багги. И мне в них понравилось, что это багги, но они не очень такие прям широкие. Не выглядят издалека, как какая-то юбка. Обалденные. Обязательно покажу и тоже сфоткаюсь. Сделаю отдельное видео. А может быть и в это добавлю. Или выложу у себя в социальных сетях эти луки. Цвет мне тоже очень нравится. У меня много светлых джинсов. Такого темного цвета здесь, в Турции, у меня нет в гардеробе. В предыдущем видео на шопинге с дочкой там мелькал пакет из Бешка. В этом пакете был вот этот свитер обалденного кофейного цвета. Светлее. Но именно такого цвета я давно мечтала свитер. Но почему-то из тех, что были в наличии, не могла ничего себе найти. И в Бершка совершенно случайно мы туда пошли изначально, чтобы купить дочери кроссовки с котенком Куроми. И я увидела, на плечиках висели эти свитера, они просто нереального цвета. Были молочные, но молочный же у меня есть. И вот такой цвет. Посмотрите, какие у него рукава с крупным подворотом. Честно, не ожидала найти в Бершка что-то подобное. Качество, конечно, у них очень-очень улучшилось. У всех брендов масс-маркета, что не может не радовать. Дальше это мои находки в Zara. Я их купила, еще ни разу не одевала. Видите, бирка вон еще висит. Думаю, брать их с собой или нет, потому что обещают теплую погоду. У нас здесь пальто из натуральной шерсти темно-синего цвета. Я увидела его в магазине, приехала за одной вещью, а уехала совершенно с другими. И не смогла пройти мимо. Во-первых, потому что, опять же, цена очень приемлемая. И этот обалденный темно-синий цвет. И в тот же день я купила вот этот черный бомбер, тоже из натуральной шерсти, Zara. Очень-очень красивый. Я давно о таком мечтала. У меня есть пальто черного цвета, а что-нибудь коротенькое черного цвета у меня нету. Очень не хватало мне этого элемента гардероба для составления образов. Очень рада, что я его нашла. У нас уже солнышко село, сейчас потемнеет. Детям я уже накидала примерно вещи в чемодан. Сейчас в свой чемодан все буду трамбовать. Раз уж мы снимаем видео, давайте все-таки сделаем быстренько распаковку. Еще 30 минут у меня, наверное, есть. Это у нас заказ из магазина Essence. Доставляют в Турцию они DHL. Пупырки. Зачем только непонятно. И, конечно же, это снова Adidas. Очень редкая модель. Я, если честно, даже не надеялась, что я смогу их заказать. Совершенно случайно я захожу на почту, вижу, пришло уведомление, что мой размер снова в наличии, которого не было 2 месяца, наверное. Я думала, их вообще сняли с производства или, может быть, забыли убрать с сайта. Ну, тихо про себя надеялась, что все-таки вернется мой размер. Видимо, они решили перевыпустить эту модель в этом цвете. Сейчас вам покажу, что же это за модель такая, Adidas. Девочки, это просто нереальная бомба. У меня же есть Adidas Samba, а теперь они у меня будут вот в таком нежном цвете, как я люблю. И обратите внимание, у них светлого цвета каучуковая подошва. У меня же есть классической расцветки Adidas Samba, у них темная подошва. И эти мне понравились тем, что у них подошва светлая. Вот здесь вот такие полосочки.
голубого цвета. Как у нас солнце садится, немного темно, кажется каким-то серым цветом. Нет, на самом деле это нежно-голубой цвет. Светло-серая замша. По цвету подойдут и к ванильным аутфитам, и к черному, и к белому. Обязательно сделаю луки и покажу вам их с этими кедами. Так, давайте вторую достанем, все с ним там в порядке. Ну, вроде все. Посмотрите, тут еще белые шнурки. И они всегда кладут вторую пару другого цвета. Вы, наверное, поняли, как я обожаю кеды и кроссовки фирмы Adidas. Я практически с 5 лет их ношу, не вылезая. У Nike New Balance, конечно, хорошие кеды, но, извините, ребята, Adidas для меня просто number one. Хотела еще обратить внимание, посмотрите, какие шнурки интересные, как тесемочка сделаны. У другой классической модели, которая серо-черно-белая, такая с темной подошвой, у нее немного другие шнурки. И очень нежно смотрится, красиво. Приехали в отель, ждем чемоданы. Посмотрите, какой гигантский у нас номер. Просто нереальных размеров. Чуть позже сделаю подробный рум-тур. Здесь приветствие у нас на столе. Посмотрите, какой. Балкон. И вторая комната для детей. Представляете, мы будем спать отдельно. И вы тоже будете здесь кайфовать. Своими делами будете заниматься. Не будет мама с папой вам мешать. Смотри, да? Тут есть халаты с трусами. Да, это очень важно. О, тапки! Есть тапки. Смотрите, телевизор есть. Какой. Ладно, чуть позже запишу уже подробный рум-тур. Расскажу и покажу вам всю эту красоту. А куда Макс складывать кого-то? У детей тоже есть свой, у них отдельный балкончик. И у нас свой. Вид на сад. Номер нереально просто огромный. Чемоданы. А, хотя принесли, да, чемоданы? Багаж принесли. Сейчас расчешемся и пойдем перекусим в ресторан. Очень устали. Завтра, наверное, запишу уже подробно рум-тур и все прочее. Первым делом пришли в игровую. Посмотрите, какая она огромная. Там еще впереди боулинг есть. Сейчас будем снимать видео для детского канала. Какой-то пить. Да я тут я ничего не буду. Как это ничего? Сядь себе, давай так в кресло, как мужик. Надо сигару и пиво. Я так можешь ответить, да. А так не можешь. Я не уверен, что... Да, сидим, ждем наши напитки, когда начнется представление. Вот такой здесь огромный лобби-бар. Был бы, да? Да, уже закончили. Несли нам коктейли, снеки. Это дети острое. Попросили орешки, это чипсы. Это острое чуть-чуть. Острое чуть-чуть, но да. Вкусные, да? Коктейли, если что, безалкогольные. Я коктейль кушаю. Вкусно тебе, да? Первый ужин. Сейчас посидим и через 20 минут пойдем на детскую дискотеку. По дороге с ужина в детский клуб. Здесь повсюду такие фламинго и водопады.
Доброе утро всем. Мари! Мы спешим на завтрак. Опаздываем. Сейчас ресторан закроется. Доча, что будете на завтрак? Что ты будешь? Пюре. Пюре опять? Да. А яичницу, панкейки нет? Я буду яичницу и панкейки. Расположились, позавтракали, решили немного прогуляться и показать вам территорию. Сейчас найдем выход на улицу и посмотрим, что же у нас в отеле есть интересненького. Видите, украшено все очень. Пол отеля огромный, реальных размеров. Ресторан а-ля карт по дороге на улицу. Так, а вот и выход на улицу. Ну что, готовы идти гулять? Да. Справа терраса кафе. Смотрите, какой красивый декоративный бассейн. Здесь не купаются, он для красоты. Впереди фонтан. Вечером он подсвечивается. Постараюсь тоже заснять, показать вам это, что красиво выглядит. Пойдете смотреть? А только не наступайте, а то может намочить вас. Решили стороной его обойти. Идем дальше. Смотрите, какой красивый сад. Ландшафт очень ухоженный. Там у нас зона для прогулки. Мы чуть позже туда пойдем. Акшам ресторан, Майкарини, бич-бар налево. Ну, давайте пойдем налево. С этой стороны покажу вид на отель. Очень красиво. Погода у нас сегодня солнечная. Даже и не скажешь, что февраль, да? Здесь у нас получается ресторан «Шведский стол», где мы завтракали сегодня утром. Так как сейчас зима, не сезон, на улице редко кто сидит. Или если вы курточку с собой прихватили, легкую. Идти вперед, там будет бассейн и пляж. Пляж. Но он уже холодный. Да, пляж здесь очень-очень красивый. А еще бассейн теплый. Да, там есть один бассейн для взрослых обычный, а есть один подогреваемый. Есть еще лягушатник для детей. Ну, точнее, не совсем лягушатник, там и взрослые сидят, греются, просто глубина небольшая. Это все у нас декоративный бассейн. Вот еще этот ресторан, терраса. И туда он продолжается, оттуда, когда сидишь, завтракаешь, видно пляж, море очень красиво. Здесь красивая аллея. Такая красивая у нас дорога в сторону бассейнов и пляжа. Слева находится сцена, на которой анимация, концерты по вечерам. Ну, вчера ничего не было, потому что сейчас зимняя программа, не сезон, еще прохладно по местным меркам. Справа вот там выдают полотенца, вон наверху люди сидят,
загорают, отдыхают. Слава, у нас бассейн обычный, прохладный, а слева вот этот бассейн, он с подогревом. Поэтому даже несмотря на то, что февраль, люди все равно лежат, отдыхают, загорают, да, и можно залезть в воду, погреться. Иди потрогай водичку, она теплая? Вообще! Теплая? А я тоже. Детям уже не терпится переодеться, дождаться папу, и когда они пойдут купаться вот в этом бассейне. А здесь холодная вода? Да, подругой. Ну я тебе верю, вчера проверяла, да. Люди тоже лежат, загорают, потому что места много. А здесь, посмотрите, больше постояльцев, потому что бассейн теплый, вот, плавают. Народ, можно погреться, и не холодно. Шезлонги на лужайке. Тоже здесь мамочки с детишками отдыхают. Справа бич-бар, в котором вы можете посидеть, что-нибудь выпить. Включен тоже система питания Ultra All Inclusive. Мне вот здесь больше всего нравятся вот эти шезлонги. Какая красота. О, мой. Будка с полотенцами. Вот там фреши делают, мороженое раздают, но сейчас, по-моему, закрыто все, да? Ничего себе! Вы посмотрите, кто приехал. Это что такое? Это паровоз. И куда он едет? Кататься? Да. Будем кататься? Да, будем. Пошли. Мы, в общем, решили прервать ненадолго съемки. Можем пока... По территории, да? Да. Спасибо. Пойдем смотреть пляж. Продолжаем нашу прогулку. Решили пройтись к пляжу. Да. Смотрите, это выход к морю. И направо дорожка. Можно выбрать шезлонг или кабану и поваляться, послушать шум моря. Понежиться на солнышке. Куда пойдем? Что, на море хочешь посмотреть? О, какой звук! Любите слушать шум моря? Напишите в комментариях. Я просто обожаю. Класс. Летом, да, надо приехать еще сюда? Да, у нас сейчас каникулы в школе, как я и говорила.
отдыхать. В Турции больше негде, как в пятизвездочных отелях. Поэтому мы решили сюда приехать. Дайте покажу пляж. Шезлонг. Будешь делать? Мы нагуляли, Сева, ботинки свои намочил. Идем обратно. Что? Опять ботинки попало в песок. Ничего страшного. Не прыгни. Здесь пройдешься? Ой. Смотрите, кто прилетел. Матрас мягкий. И удобные шезлонги. Мне вот эти больше всего нравятся. В общем, на матрасеньки положили, их меняют. Очень уютно здесь. Переоденемся, придем поваляться, да? Да. Или вы хотите в теплый бассейн? Теплый бассейн, а потом, потом на море. В открытый или закрытый? Открытый. Ну хорошо. Обалденный. Там еще сзади фонтанчик включается. Красиво? Мороженое, я кофе латте заказала, сидим, наслаждаемся тишиной, шикарной погодой. Как же нам повезло с погодой в феврале, очень круто. Что сегодня очень жарко. Здесь огромная карта парка The Land of Legend, реклама. Ну, это совсем другую сторону. О, дельфины! Как-нибудь в другой раз съездим. Хочешь, да, дельфины?
поплавать. Где, покажи. Я хочу дельфины, я хочу с ними поплавать. А я хочу. А мы решили, пока солнце не село, все-таки пойти к бассейну. Да, у нас сейчас февраль на улице, а мы будем купаться в бассейне, в открытом. Пошли. Трюк такой, да? Маржи наши будут купаться в открытом мама бассейне. Мама зима, а папа сидит так. Мы у бассейна на улице. Февраль, сейчас дети пойдут купаться. Секрет в том, что бассейн с подогреваемой водой. Ну что, пошли? Да. Давайте, идите, заходите. А почему не так? Холодно? Нет, тепло очень. Очень тепло? Да, очень. Круто. Султан оделся. Как тебе водичка? Супер? Еще. Осмотрелись, разложили вещи и хочу быстренько провести рум-тур. У нас очень классный номер и, конечно, я не могла вам его не показать. Номер называется Family Suite Deluxe и состоит из двух комнат. Общая площадь примерно 75 квадратных метров. Ну что, давайте я вам быстренько покажу его. У нас получается две входных двери, номер 12-23. Это первая входная дверь, которой мы обычно пользуемся. При входе очень много шкафов для обуви, для чемоданов. Большое зеркало. Так, еще здесь у нас при входе включатель света. Вот такие электронные уведомления, не беспокоить, например. Вести уборку. Давайте, в общем, вам покажу, как смотрится номер. Здесь еще огромное зеркало в полный рост. Шкафы для одежды. В одном есть сейф, здесь полки. Плечики, запасные подушки. Халаты здесь висят. Вот такая огромная спальня. Здесь мы с мужем расположились. Еще одно зеркало. На самом деле, это шкаф. Посмотрите, сколько много места. Принадлежности для чая и кофе. Кофемашина капсульная, водичка, кружки. Все это каждый день добавляют, дополняют. Здесь мини-бар. Так, сейчас открою. Тоже можно все это брать. Это входит в систему питания Ultra All Inclusive. Здесь еще один шкаф. Тут принадлежности для обуви. Вот такой чай здесь поставили. Чайник стоит. При въезде живые цветы ставят, украшают номер. Банкетка. Кровать наша. Хотела сказать, матрасы на кровати очень-очень удобные. В меру твердые, в меру мягкие. Ну, в общем, спишь как младенец. Такие
обалденные, нереально мягкие. Можно выбрать какую-нибудь поменьше или побольше, как вам больше нравится. В каждой кровати тоже зеркало. Тумбочки прикроватные. Здесь мы заряжаем телефоны, водичку ставят, каждый день обновляют. Диван, столик журнальный с приветствиями. До сих пор мы вино не открыли. Вчера с дороги очень устали и как-то было не до того. Еще смотрите, как вы думаете, где здесь может быть телевизор? Сейчас посмотрим. А вот и телевизор. То есть он встроен прямо в зеркало. Можно не только смотреть телеканалы, там еще есть музыка, рекламный канал отеля, радио, да и много чего еще. Вы, наверное, спросите, а где же здесь санузел? Сейчас я вам покажу, где он. Ни за что не догадаетесь. А вот он. Прямо за двумя дверями спрятался. В душе мы нашли все необходимое. Каждый день приносит мыло для рук, фен, зеркал, просто море. Посмотрите, раковина какая здесь красивая. Я уже все свое необходимое разложила, все свои вещи. Еще одно огромное зеркало. Принадлежности для душа есть все необходимое, кроме муж не нашел гель для бритья и станки, потому что в одном из пятизвездочных отелей они были, он с собой ничего не взял и здесь их не нашел. Ну, мы это все купили на территории отеля за 2000 лир вместе с надувным кругом для бассейна. Обратите внимание, живой бамбук в вазочке стоит в ванной. Так, идем дальше. Здесь у нас санузел за стеклянной дверью. Ну, она матовая, ничего не видно. И плюс можно закрывать вот эти, как шкафы, купе, двери. Здесь крючки для полотенец. И здесь у нас душевая. Огромная. Наверху тропический душ. Очень она удобная. Напор воды, кстати, хороший, если вдруг кому интересно. Здесь можно поставить все принадлежности, которые вам для принятия душа необходимы. Вот такая получается огромная ванная. Она очень-очень просторная, красивая. Она... Нам, конечно, понравилась очень. Здесь большой стол письменный. Можно здесь, в принципе, еще краситься, но в ванне мне удобнее. Выдвижной ящик. Журналов положили разных. Там мы чемодан спрятали. Здесь у нас вся техника, которой я, наверное, опять не воспользуюсь. И смотрите, в этом номере два балкона. Так, получается, из нашей родительской спальни выход на балкон. Здесь мебель стоит. И вот такой красивый вид на сад. Еще есть сушилка для полотенец и купальников. Но мы ей не пользуемся, потому что сейчас февраль. Балкон показала. Идем дальше. Шторы, кстати, blackout. То есть, если вы их на ночь закрываете, 100% выспитесь. Утром вас не будет беспокоить лишний свет. Здесь еще кресло удобное. Подушки – это декоративные подушки от кровати. Идем дальше. Вот это та самая дверь между двух номеров. И чтобы их объединить, ее открывают. На двери тоже огромное зеркало в полный рост.
Теперь идем в комнату детей. У них две односпальные кровати. Тоже возле каждой кровати. Тумбочка прикроватная. Вот они уже все разложили здесь, нахозяйничали. У каждого зарядка, зеркала. Зеркал, конечно, здесь очень много. Постеры красивые везде висят. Еще у детей в номере тоже есть свой столик со стульями. Один стул они у нас забрали. Мы тут уроки вчера вечером делали. Все свои игрушки уже разложили, фломастеры, карандаши. Все необходимое, что они посчитали нужным с собой забрать. Банкетка стоит. В общем, номер получается зеркальный от нашего номера. Здесь у нас все принадлежности для бассейна лежат, дети сложили. Так как номер смежный, то набор для кофе, чая только в нашем номере стоит. Здесь тоже шкаф, как у нас. Еще один шкаф. Мини-бар. Давайте посмотрим. Я, кстати, не видела. Ну да, его тоже наполняют. В двух номерах. Здесь, в принципе, как у нас, в зеркальном отражении, только две односпальные кровати вместо одной. Шкафы. Это сын уже игрушки свои все сложил. Светильники и зеркала возле каждой кровати. Здесь шкаф, в принципе, как у нас, но все равно давайте покажу. Куртки, верхняя одежда. Здесь халаты, которые обновляют постоянно. Одноразовые тапочки тоже дают. Сейф второй. Куча полочек. И здесь также, как у нас, хранятся чемоданы. Вниз можно обувь поставить. И вот еще одна дверь. Здесь также подписано номер 1223. Идем дальше. Еще одно зеркало в пол. И такая же ванная, которая так же, как у нас, закрывается. Получается, у каждого свой отдельный санузел. Это очень круто и удобно. У деток свой санузел, у нас свой. Никто никому не мешает. Никуда мы не опаздываем, потому что всем хватает места. Все то же самое, только в зеркальном отражении. Дочка здесь уже все разложила, хозяюшка моя. Тоже бамбук живой растет. Принадлежности для душа. Такой же набор, как у нас. Давайте подробно расскажу, что тут из принадлежностей. Гель для душа, шампунь, кондиционер для волос, лосьон для тела. Еще есть. Мочалка, ватные диски, палочки, шапочка для душа, пилка для ногтей, расческа, зубная щетка с пастой, но у детей свои электрощетки. И еще один набор. Стаканчики стоят, чтобы все поставить. В принципе, все есть. Можно с собой ничего не брать. Санузлы не отличаются от наших, только они в зеркальном отражении. Все абсолютно такое же. Дверь стеклянная. И здесь тоже, как у нас. Теперь давайте покажу вам выход на балкон из второй комнаты. Так же, как у нас, шторы блэкаут есть. Сушилка справа. Набор мебели. И такой же красивый вид на сад. Thank you.
отдохнули, теперь идем на ужин. Может быть, покажу вам даже, что там дают. Смотрите, фонтан подсвечивается очень красиво. Нет, вот отсюда лучше будет видно. А, видите? По дороге на ужин он уже шампанское приветственное предлагает. Ой, вывеска светится вся. Вот ресторан Туркуаз. Где нас подают шведский стол, завтрак, обед и ужин. Посмотрите, какое зеркало напротив, огромное. Там прямо налево санузлы. Сейчас мы найдем столик, и я чуть позже уже покажу все, что здесь дают. При входе справа. И все очень красиво оформлено. Выбирайте, вам нарезают и подают. Еще можно тост сделать горячий, если очень сильно хочется. Хлеба тут достаточно. Приятного аппетита всем, Сева. Вот прямо это все тянется. Ресторан справа, слева. Стойки с едой. Здесь берете тарелки. Еще внизу вдоль всего стенда есть тарелки. Давайте покажу, что там есть на ужин. Все подписано. Здесь у нас гарнир. Можете выбрать что-то свежее, попросить вам приготовить. Индейка сегодня на ужин. Лоб из мишели. Не пробовал, но интересно, что готов? Так, идем дальше. Справа будут готовые салаты и закуски. Здесь люди сегодня все расхватали. Салаты готовые. Там дальше есть просто нарезанные овощи. Можете сами свой салат собрать. Правда, есть салат. Готовые закуски. Что-то уже расхватали, но это постоянно пополняет чем-то свежим. Когда ужин заканчивается, по-моему, 8 часов или 8:30, уже перестают дополнять. Так, прошли, идем дальше. Здесь у нас различные сыры. Смотрите, грецкие орехи как положили для красоты. Справа вот здесь тоже тарелки. На всех стендах, если вдруг забыли взять или ваши переполнены. Здесь готовые салаты. Можно добавить еще что-то туда. Заправка для салатов. Столом с хлебом. Есть огромный стол с супами, но обычно дают два вида супа. Суп из говяжьего языка с заправкой. Но она вкусно, да? Тарелочки для супа специальные, добавки, сухарики, специи, все, что хотите. Даже лимончик есть.
И еще один суп чечевичный с булгуром и кутом. Она оранжевая. Я такие супы не ем. А ладно, пойдем не дальше. Здесь в Дереси большая мясная нарезка. Можно попросить свежий салат, чтобы при вас украшили. Суши. Очень вкусные. У меня сын каждый день вот эти ест. По 10 штук. Наш любимый повар. Здравствуйте. Здравствуйте. Буфет с азиатской кухней. Курица по-китайски. Рис очень вкусно готовит. Напротив суши фрукты можно набрать. Есть целые, есть уже нарезанные. Хурма очень вкусная здесь, кстати, мандарины вкусные, апельсины тоже нереально вкусные. Так, идем дальше от фруктового стола. А здесь такой островок, и здесь десерты представлены. Тоже выбор огромный. Этот что ли попробовать? Мы еще на десерт ничего не брали, ничего не пробовала сегодня. Что-то берете сами, что-то нужно просить, чтобы положили красный бархат, вдоль луку. Здесь для деток соки, молоко, йогурт, супы, хип. Здесь турецкие сладости. Мороженое есть. Еще турецкие сладости. И если здесь будете, попробуйте вот этот десерт турецкий, национальный. Нереально вкусный, его очень тяжело готовить. Пудинги, чизкейки тоже здесь очень-очень вкусные. Ну вот, в принципе, все. Кухню я показала. Давайте зал и заснимем. Вот вдоль всего ресторана ныряете вот в эти проходы. Места очень много. Вон сколько свободных столиков. Можно у окна там сесть, можно здесь где-нибудь в уголочке. Есть на двоих столики, на четверых. Или вот на диване может вообще две компании поместиться. Напитки нужно просить у официантов. Здесь коктейли можно заказать. Напротив, итальянская кухня. Пицца очень-очень вкусная. Каждый день разная. Макароны, ризотто, овощи вареные. Да, я иду обратно к своей семье. Такой огромный зал. Без места точно не останется. Видите, много пустых. Это сейчас не совсем сезон, февраль. Может быть, летом здесь, наверное, народу намного больше. А вот и мои сидят, ужинают. Все, показала я подписчикам, родственникам, подругам, какой в Риксосе ресторан, что можно покушать. Пусть думают, принимают решение, стоит ехать отдыхать здесь или нет. Какой вкусный десерт попался. Все подряд не набираю, потому что боюсь вес набрать лишнее. Посмотрите, там и бисквит, и джема немножко, и вот это нежное суфле сверху. Очень вкусно, конечно. Только похвалила десерт, и у нас казус приключился. Посмотрите,
кусок пластика в десерте нашли. Риксос, ну как же так, а? А вот если бы ребенок это проглотил, смотрите. Даже не знаю, что теперь сказать. Что, мамочки, имейте в виду. Впечатление, конечно, очень сильно испортилось. Посмотреть на вечерний отель. Тут территория подсвечивается, интересно. И там что-то темно, фонтаны подсвечиваются здесь, вон там. Мосты тоже очень красиво все подсвечены. Вернулись обратно с улицы, нашли Irish Pub. Мы, если честно, кроме ресторана и одного бара, ничего еще не посетили. Ой, здесь так красиво. Футбол можно посмотреть, коктейль себе заказать. А есть еще терраса, да, на улице? Да. Пойдем посмотрим, что за терраса. Может, есть где-то уютное местечко, а мы даже не знаем. Этот стол мы выбрали. Ярик курит, поэтому всегда выбираем что-нибудь на улице. Без обогревателя, конечно, все равно не посидишь вечером. Хотела еще показать вам кое-что с другой стороны бара. Столики красивые, прикольные, как бочки. И там вход в отель. Здорово, что везде есть обогреватели, и можно посидеть на улице. Ждем, когда дети в игровой нарезвятся. И заберем их. А что сидим вечером, наслаждаемся. Да? Решили прогуляться по отелю, по уголкам, которые не видели. Нашли вход в ресторан азиатской кухни. На террасе никого нету, что вечерами еще прохладно, ветрено. У нас в Турции. Здесь нужно заранее бронировать место. Ультра All Inclusive включен. Один поход, одно посещение. Каждый ресторан а-ля карт. Здесь супермаркет с игрушками, бытовой химии. Ну, косметика всякая. А, вот и Starbucks здесь находится. Кофейня. Она сейчас закрыта. Японской кухни. Пиацетта. Давайте быстренько заглянем. Мы пока что еще не ходили сюда на ужин. Не планируем пойти. Тоже ресторан а-ля карт. Одно посещение за все время пребывания на Ультра All Inclusive. Пришли детей забирать из детского клуба. Ему дали сертификат. Что ты научился делать? Музыкальную шляпу ты победил, да? Молодец.
Apples. Посмотрим, что они на обед предлагают. Посмотрите, какая красивая подача в ресторане People's. Открыт он круглосуточно и работает без предварительного бронирования. Это салат руккола с помидорами. Это тоже. Это суп картофельный. Дочке курицы с макаронами она захотела. Сын захотел тарт шоколадный, потому что недавно поели. Бургер с картошкой будешь? Нет? Ну ладно, ешь тогда тарт. Чуть попозже на ужин пойдем тогда. На десерт я заказала латте и тыквенный мусс под карамельной корочкой. Смотрите, какая сервировка интересная. Дети в игровой, а мы пришли в лобби-бар, хотим на террасе посидеть. Давайте покажу, какой вид отсюда открывается. На центральный вход слева фонтан, левее пляж, правее частные виллы, бар Миконос. Солнышко у нас сегодня вот такое красивое. Повезло с погодой, конечно, очень. Ветра вообще нету. Забрали мы детей из игровой. Вы посмотрите, какой мейкап сделали, Младя. Посмотри туда налево. Ух ты, ничего себе. Класс. А ты чего? Да ладно, тебе тоже нарисовали? А я не видела сначала, как бы забирали. Круто. А завтра можно нарисовать, знаешь, кого? Бэтмен или Спайдермен маску, да? Нет, там еще был Бэтмен, а Спайдермен только был на руке. Да? Да. Здорово, очень красиво, класс. Дочка в подарок мне рисунок сделала. Рассказывай, это кто? Это радужные клубника. Друзья, клубничка. Да, вот сердечко. Это типа ночь, пальма. А это тот, который так... Зубастик. Зубастик? Да, зубастик, который танцует. Это не, это то есть я. Мой кот. Здорово. У нас спонтанный поход в крытый бассейн, поэтому можно не делать одежду, и все идем в одинаковых халатах. В семейный лук, короче. Минус один. Да, минус один. Просто на нем нету еще. Вы как снеговики в этих халатах. Это тоже. Или холодно, я тогда не буду. Если успеем, зайдем еще в соляную комнату. Пойдем? В сауну пойдем? Хамам. Если не успеем, у нас еще 4 дня отдыха впереди. Так, нужно через улицу, вот там центральный вход, пройти через улицу, и на территории Анджана Спа находится крытый бассейн. Там еще соляная комната и хамам, которые включены в ультра all inclusive. Открывайте дверь. Еще дверь. Впереди спа, а налево, здесь санузел, налево повернули, здесь бассейн, шезлонги,
для маленьких деток, там лягушатник, и там побольше. Здесь тоже куча шезлонгов. Много свободных. Стеклянная крыша. Ну, вот и весь бассейн. Смотрите, какая крыша. Теплая! Это для малышей тоже. Слез, я уже разделся. Давай быстрее. Разложили вещи, будем сидеть, смотреть за детьми, пока они там развлекаются. Как водичка? Влага. Нормально. Теплая? Да, сыкайся тут. Я вышла посидеть в своей любимой кофейне. Смотрите, как она круто оформлена. Такие милые столики, а вот и сама кофейня. Сейчас посмотрим, такой же по вкусу здесь кофе, как у остальных или нет. Ой, как красиво. Да? Вы где-нибудь видели такой Starbucks? Ладно, пойду закажу себе кофе. Здесь нас посадили, а вот ресторан хотела показать. Большой какой. Сейчас попьем кофе и пойдем дальше гулять. Меню давайте посмотрим, что здесь самое, только турецкое. Еще хотела показать детское меню, оно с раскраской. И что здесь есть для детей. Можете и взрослое меню, в принципе, для детей что-то выбрать. Здесь десерт еще есть. Шоколадную.
кружки красивые. Сервировка нам очень нравится, да? Жалею, что раньше сюда не зашли. А еще, знаете, что мы здесь нашли? Пицца с прошутто. Принесли нам нашу пиццу. Наверняка она обалденно вкусная. Посмотрите, какая корочка. Заказали пиццу с моцареллой, прошутто и жареными шампиньонами. Детям принесли карандаши, они сидят, раскрашивают пиццу. У каждого будет своя особая пицца. Папа, с чем твоя пицца? С колбасой и с грибами. Как еще, с крем? Крем. Еще такие какие-то черные шпайны. Как они называются? Маслин. Маслин. Забрали детей из клуба. Посмотрите, у нас новый аквагрим. Ой, как мило, у нее пчелки на лице. У тебя тут пчелка. Она еще блестящая, а да, у меня тут радуга. И радуга блестит, здорово. А у тебя что? Ничего себе, ракета. И звезды еще. Здорово. И здорово, рисунок покажи. А, это из ресторана пицца, да? А у меня тут... Эл. Молодельно, поехали! Да, мы на отдельном лифте, у нас уже темно. Млада собралась на ужин. Посмотрите, какая у нас красавица. Покажи свои новые опять. Колготки такие смешные. Мы первые. Идем на ужин. Послезавтра, да, нам уезжать? А завтра мы едем... парк отдыхать. А, кстати, еще моя как, подруга тоже завтра едет. Сидим завтракаем с таким красивым видом. Доброе утро. А потом поедем в парк развлечений. Влада уже собралась и не терпится туда попасть наконец. Доброе утро. У нас еще 10 минут есть позавтракать, потом бежим. Так, идем на автобус. Надо еще его найти. А, вон они стоят. За фонтаном. У нас, оказывается, теннисный корт есть. О чем мы узнали почти последние дни отдыха. Посмотрите, как красиво перед входом. На какие горки тебя пустят? Ой, ты на любую горку можешь пойти. Я? Ты тоже. Ты тоже, гигантский. Thank you.
Приехали из парка, зашли перекусить. Посмотрите, какой цезарь здесь аппетитный готовят. А это что у тебя? Салат с лососем, авокадо. Это очень здорово. Мне очень нравится подача в ресторане People's. Дети, как всегда, у них iPad на обед. Чай взяли, колу зиро. Я слушаю TikTok. Десерт сегодня у меня тирамису. Кому интересна подача? Жду еще, когда кофе принесут. Через часа два мы потом пойдем еще в другой ресторан, потому что Севе нужны именно суши на ужин, а их в этом ресторане не дают. Поэтому мы из одного ресторана в другой будем прыгать. Принесли мой кофе, как всегда у меня. Вы уже знаете, какой. Водичку всегда наливают. Тирамису, кстати, очень-очень вкусный, нежный. Если будете здесь, обязательно попробуйте. Но я хочу потом пойти погулять. И сын придут. Смотрите, как украсили Влад. Так мило. И Сан-Себастьян. Владка прибежала из игровой комнаты. Посмотрите, какой мейкап ей сделали. Вчера был аквагрим, а сегодня именно мейк, да? Да. Еще глаза накрасили. Посмотрите. Вообще круто. Доброе утро всем. У нас сегодня последний день отдыха. Вот такая нарядная молодушка идет сейчас на завтрак. Да? Потом пойдем гулять. Ждем наш завтрак. Нам уже принесли хлеб. Воду всегда вот так они ставят в ресторане People's. Смотрите, сколько всяких джемов, сладостей, нутелла. Если захотите перекусить, пока ждете заказ на булочку на нас. Млада уже булочку схватила. Напитки принесли, воду всегда ставят, наливают. Фрукт апельсиновый. Дочка выбрала, как всегда, горячий шоколад. А вот и наш завтрак. У меня авокадо тост с яйцом. Дочка выбрала гречку вареную и яичницу скрамбл. Смотрите, какая подача красивая. Приятного аппетита тебе, моя красотка. Мы взяли Севу, пришли теперь в кондитерскую, потому что он очень любит круассаны на завтрак. В том ресторане их не было, поэтому мы пришли сюда. Ладно, ты что ждешь, вафли с клубникой? Чай для сына, у меня, как всегда, кофе, мороженое решила попробовать и вот такой десерт. Приятного аппетита вам! Лада дождалась за десерт. Посмотрите, как красиво, такое огромное. Ты съешь вафлю эту? Да? Она, конечно, из-за клубники заказывает всегда. Все, у нас в отеле есть кинотеатр. Каждый день работает. Давайте покажу, как, какое расписание. На сегодня пятница. На Годзиллу, что ли, сходить? Всем доброе утро! Вот и подошел к концу наш отдых в хорошей турецкой пятерке. Уже собрала все чемоданы. Через 10 минут за нами приедет трансфер. Впереди у нас еще долгая,
дорога. Спасибо вам большое за просмотр. Буду очень вам признательна, если поставите лайк. И не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые обзоры путешествий и распаковки покупок. Ну что, готовы ехать? Да. Ну как вам отдых? Хорошо очень. Все понравилось? Да. Что больше понравилось? Все. Вообще все-все? Да. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Пока.